Ребятки, всем привет! Сегодня у нас 21 июня, по-моему. Вот. На улице солнечная погодка. 6 утра. Вот. И пораньше я выехал, как и вчера, но хотел я еще раньше. Часиков в 3 выехать, прямо перед самым рассветом, пока доехать до работы, пока подготовить трактор и уже на рассвете попасть на поле. Но не получилось, потому что в 3 часа начался дождик. Я вот отложил отъездку до 5, к 6 попал на работу. Вот. Нужно поменять одну лапку. Отломил одну стрелу. Чем сейчас я буду заниматься. Сегодня я решил сделать такой более длинный ролик со всеми вытекающими подробностями, что и как, без нарезки, без всего-всего этого. Грубо говоря, буду снимать все подряд. Так, ребятки, разобрал ее, снял лапку. Так.
Потянул, мазать не буду вчера, потому что мазал.
Так что все, можно ехать заправляться. Открыть сразу кранчик надо. Thank you.
Down, 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 down.